Здравствуйте. Вот есть такое новое слово «дауншифтинг», да? «Дауншифтер», да? Знаете, что такое «дауншифт»? «Дауншифтинг»? Это какой-то технический термин, обозначающий сбрасывание скорости, да? Ну, типа переключать передач. Хватит на это переключи передач, расслабься, да? Покури, да? Отдохни, хотя курить, безусловно, вредно. Я вам вот что скажу. Значит, вот такое вот новое явление появилось якобы на Западе сейчас, в наше время. Его, само слово это придумали, конечно, явление появилось, очевидно, раньше. Придумали где-то году в 91-м, осенью, да, или зимой 91-го года. Одна дама-социолог вот обозначила таким словом явление. Что за явление? Вот человек живет на Западе, он может делать бизнес, может делать деньги, может вот жилы рвать всю жизнь, чтобы вот подняться повыше. А для чего все эти вот деньги, для чего все эти книги, которые я все равно никогда не прочитаю? Для чего мне все это нужно? Надо жить спокойно, играючи, получая жизнь наслаждение. Тем более, что в европейских странах, там везде у власти находятся социалистические партии, и все европейские страны являются социальными государствами, которые не дадут пропасть своим гражданам. Что-нибудь для них да придумают, какую-нибудь придумают выплату. Даже безработные там с голоду не помрут, да? Зачем напрягаться, что париться, да? Вот это вот дауншифтинг у них называется. И где-то, дескать, не так уж и плохо, наслаждайся жизнью, твори, выдумывай, да? За этим наслаждением жизни можешь что-нибудь там стать поэтом или музыкантом. Самобытным философом, в конце концов. Жизнь коротка, как говорят философы. Поэтому надо уметь ею пользоваться, как говорил один персонаж у писателя Островского. Так вот, это как всегда, да, знаете, Запад приписывает себе изобретение того, что у нас в России было очень популярно. Это вот какая-то фотография, не знаю, из жизни или из фильма. Вот эти вот дауншифтеры советские сидят где-то вот то ли в пультовой какого-нибудь ускорителя или реактора и курят, наслаждаются, получают удовольствие от жизни. А вот сцена из фильма, да, это вот в курилке библиотеки имени Ленина действие происходит, да, вот, например, так, вышли люди покурить. Вообще библиотека имени Ленина, теперь называется ГБРФ, Государственная библиотека РФ, это такое место, где ходят до сих пор дауншифтеры, да, они вот так приходят почитать книги, посидеть в курилке, те, кто курит. Вот, вот такие вот дауншифтеры. Так вот, у нас в Советском Союзе дауншифтинг был массовым явлением. Потому что, ну что значит делать? Вот приходишь ты на работу, а ты уже инженер. И вот, ну, есть у тебя зарплата рублей 120. Как бы ты ни упирался, в общем-то, повышение раньше, чем через сколько-то лет, ты не получишь. К пенсии ты будешь получать 180 рублей. Да? Это вот к пенсии к самой. Выйдешь на пенсию, будешь там 132 рубля иметь. Да? 120 плюс 12 рублей 10%, да, если много проработал лет. И все. А особенно упираться, работать не имело смысла. Отдохни, не парься, да, вот это вот. На эту тему даже анекдоты были. Мы же себя со стороны как-то так представляли, что некий японец у нас в командировке в России, вот он все работает. Ну, знаете, как у нас о японцах такое представление. Наверное, оно правильно. Вот. Ему говорят, ну, слушай, ну, отдохни, расслабься, попей с нами чаю. Он говорит, я не могу принять участие в вашей забастовке, говорит японец, да? Вы меня извините, типа того, да? То есть вот такое наше отношение к работе мы сами воспринимали как некую забастовку. Мы говорили, как нам платят, так мы и работаем. Такое было словечко. И это было правильное словечко, то есть правильная последовательность. Как нам платят, так мы и работаем, да? Потому что не то, что нам платят так, как... Это сейчас нам платят так, как мы работаем. А вот тогда нам платили независимо от нашей работы. Можно было вообще не работать. И все равно мы получили бы то же самое. Вот это вот удивительное обстоятельство, вот этот удивительный наш советский дауншифтинг, он, в общем-то, и погубил Советский Союз в экономическом плане. Вот. Ну, а сейчас нам, по-моему, в России как раз то место, когда дауншифтеры могут стать нормальными людьми. Да? Да, вот так вот. Ну, желаю вам удачи, всех вам благ.